Так, маска есть. Так, ну шо? Здорово, мужик. А у тебя нормальный такой калаш. Мне бы пригодился. Прикольно. Очень хорошая детализация. Смотрю, крона подцеплена к коллиматору, чтобы точку отображать. А интересно, если я посмотрю. Ты не против, да? Ля, в натуре. Охеренно. Что-то я же не ожидал. Так, ну что? Что от нас требуется? Нас требуется улучшение снаряжения. Отмеченные специальным ценником, не нужно покупать каждый раз заново. Они разблокируются навсегда. После единоразовой покупки ценник исчезнет. Ага, понял. О-о-о. Требуется репутация 2. А интересно, у нас какая репутация? Здорово. Это ты, значит, новый сталкер? Смотрю, привет. Совсем зеленый еще. Ну, но да, это ладно. Такое. Всему обучим, все покажем. Звать меня Сергей Станиславович. Очень но приятно. Можно и дядя Сережа. Так даже лучше будет. Я тут главный по тыловому обеспечению. Ага. В общем, весь хабар, что в рейдах найдешь, тащи сюда. А если снаряжение или оружие какое понадобится, его тоже можно купить у меня. Окей. Только сразу я тебе крутые волыны не доверю. Сначала покажи себя, выполни пару заданий. А то бывало, продашь кому-то, а они не возвращаются. Остаются гнить где-то в туннелях. А ну у да, нас и так с вооружением дефицит. Обидно. Сам понимаешь. Важные вещи буду скидывать на этот компьютер. Смотри по возможности. Угу. Про задания тоже тут можешь почитать. Полезно это. Хотя для глаз не очень. Понял. Так, туда можно пройти. Тут что у нас? Для покупки предмета просто возьмите его с полки, чтобы продать предмет, положите его на стол торговцу. Ваш текущий баланс отображается на экране компьютера. Понял. А можно вот эту? А! Подожди. А, понял. Ладно. А интересно, назад я могу подходить? Нет. О, еще. Ну ладно. Такс. Что у нас тут есть? А, есть 400. У нас сколько? 1500. Репутация 1. Активное задание выжить в первом рейде. О, прикольно. Так. А, что у нас по... А, есть одна аптечка. Нам бы... Ну давай возьмем 300. Так, давай у нас сразу. Две обоймы. Бывает еще. Сколько у нас? 900 осталось. Так, давай один этот возьмем. 400 денежки улетает. Капец, что-то. Ужас какой. Так, аптечка нужна нам? Нет. Мы взяли патроны 900, 400. Так, а, ну у нас четенько хватает. Окей. Все. Остальное место. О, бля. А тут... Черт. Ну ладно, фонарик нам, в принципе... Пока не нужен. А что тут? Для установки прицелов и насадок на оружие зажмите его в тиски на верстаке. После этого поднесите насадку к нужному месту и отпустите ее. Понял? А назад приклеить смогу я? Ну-ка. Нет, не смогу. Выполняйте поручение торговца, чтобы повысить свой уровень репутации. С новыми уровнями репутации становится доступно новое снаряжение. Ну это понятно. Понято, принято. Кошка, иди отсюда, а? Я ж тебя раздавлю. Случайно. Так, ну, в принципе, я более-менее в мордировании, да? Так, что у нас тут? Тут потренироваться можно. Последняя попытка, лучшая попытка. А это мы можем? Точнее отключили. Что написано? Иногда лучше избежать боя, прокрасться незамеченным. Выкручивайте лампочки, тушите свечи, используйте электрощиты, чтобы положить себе путь в тоннелях. Проложить. Понял.
Ладно, назад все включим. Да, включи. О. А тут что у нас? Нет необходимости исследовать всю рейдовую локацию, чтобы выполнить задачи или найти выход. Однако настоящий сталкер всегда сможет найти в каждом рейде что-то особенное. Это понятно. Так, а говорили про тиски. А, во. Что у нас? Товарищ, подготовься к вылазке. Не забудь взять фильтры, аптечки, патроны. Тщательная подготовка – залог успешного рейда. Понято. Питок вообще весь выпотрошенный. Вот что у нас. Ясно. О, что тут? Хабар в рейде можно найти где угодно. Внимательно смотрите по сторонам. Возможно, вам даже повезет наткнуться на сталкерский тайник с самой ценной добычей. Понял. Да, кошка, ну уйди. Уйди, говорю. Под ногами шарится. Так. О, а тут, видимо, ящик, в котором можно положить всякое. Используйте схрон для хранения нужных предметов. Обратите внимание, что все предметы за пределами вашего схрона и инвентаря не будут сохранены. Прикольненько. Типа щетка для подчистки. Можно... Крися! Для вкупа лазера фонарик используйте крот второй ручки, удерживая оружие обеими руками. Ага. Не забывайте чистить снаряжение после рейда. Грязное оружие может подвести вас в самый ответственный момент. Понял? Классно. Классно. Класс. А на гитарке я смогу поиграть? Интересно. Ой, 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 какой быстро. Извините. Так, положено. Что ж ты падаешь-то? Что? Так, ну чё, погнали в рейд? Типа. Ой. Ничего себе. Прикольненько. Запуск. О, атмосферненько. Где-то. Куда ее воткнуть? Мафона нет. А мне может остановиться, типа, нам или что? Или побыстрее поехать? Не понимаю. Где-то ни хера нету. Ну, видимо, идет этот самый. Подгрузка. Не знаю. Генерация мира. Написано было, что каждый рейд генерируется этим самым рандомным образом. Посмотрим, так ли это. Приехали. Такс. Выжить и найти выход. Текущее задание. Выжить на первом рейде. Понял. А что это?
Стрёмновато у вас тут. Такс, надо... О. Такс, ну погнали, что ли, да? Может быть, найдем фонарик? А может быть, сдохнем. И прострём все свое добро. Да. Мы можем. Надеюсь, что нет. Как ты стрёмно открываешься. И нихера ж не видно. Ой-ой-ой. Твою мать, я тут обсерекаюсь сейчас нахрен. Так, я вижу тропешник. Тут, судя по всему, дверь. Нас... О. Так. Вот не будем подгибаться. Так, туда пока не пойдем. Пойдем назад, сходим. На свет. Задом, задом, задом. Вот так вот, вот. Так. Положим. Ага. Взяли. Зажгли. Я не помню, у меня пистолет вообще по умолчанию он заряжен должен быть? Или, или нужно... Ну-ка. А что заряжен? Или? Наверное, да. Ну погнали, что ли? О, теперь точно. Так. На полках у нас ничего нету. Да? Да. Тут тропешники, я вижу. Аптечка. Блин, на аптечку надо было не покупать. Я откуда ж знал, что они будут лежать на каждом пути? А чё нам так их накидывают-то? Чё там будет? Чё-то жёсткое? Ты как, чё, парень? Ты тут давно лежишь? Или свежачок? Оп. Блин, ну в эти не положишь никак. Я бы на грудный какой-нибудь карманчик положил. Так. Стремновато. Я не помню, как бежать. Нихера. Ящики были. Вот так не надо делать. Вот это вот было стрёмно, пипец. Так. Шоколадка. Если я возьму ее, никто меня нет. Не кончит тут. Итого у нас уже два этих. Слота осталось, ё-моё, капец. Я так думаю, можно было и не этовать. Вы тоже это слышали, да? У меня ещё кошка тут дичает. Так, так, зажгём. А это что у нас такое? Соль. Она как бы этот Тринити. Тринити, это если что, моя кошка, которая сама сходит. Но он, по сути, сказал любой хлам. В принципе, выкинуть-то мы всегда успеем, да? Положено. Ты же тут до сих пор, да? Хорошо. Такс. Наша главная цель — выжить. Туалетка всегда была ценная, да? Такс. Оба-на. А что у нас там? Так, как там?
приседать. Так, не то. Ришь-то нахер. Твою мать. А патрон я могу назад подобрать? Ой, блядь! Твою мать! У меня пиздец.